Анонс и точная дата выхода нового российского сериала «Кривое зеркало». Премьера нового сериала состоится 21 августа на телеканале «Россия-1». Сюжет сериала. Вика – красавица, избалованная мужским вниманием. В ожидании своего принца она легко меняет кавалеров. По совету подруги девушка обращается к гадалке и во время ритуала видит в зеркале незнакомца. Вот только это вовсе не принц, а самый обычный парень. Вика отказывается верить в гадания, но однажды, накануне свадьбы, с успешным и привлекательным мужчиной, она вызывает компьютерного мастера. Чудесным образом им оказывается тот самый суженый, которого героиня видела в отражении старого зеркала. Что же это такое, нелепый розыгрыш или судьба? Это мы узнаем уже в новом фильме на телеканале «Россия-1». Премьера которого состоится 21 августа на этом канале. Если вам нравятся российские сериалы и ждите выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.